Эй, а ты куда дел свои деньги? Я их отмыл. Отмыл? Но у тебя нет счета в банке. Ну, вообще-то, у меня он есть. Но здесь Майк Флеминг. Кто это? Что за Майк Флеминг? Имя из того фальшивого паспорта. Я открыл по нему счет. И еще два офшорных счета. Один в Панаме, другой на Кипре. Они номерные, как ты учил меня. Когда мне платят за домашние задания, я создаю инвойс и подмешиваю грязные деньги в чистые. Хватит.